Вы привели пример, почему мужчина не доживает. Да. Это пьянь, это непристегнутый ремень в автомобиле. Нарушение техники безопасности, да. Драки, вредные привычки и так далее. Почему вы не приводите общее презрение? Презрение к смерти вообще наше. А почему вы не говорите о том, о суровых условиях жизни, которые есть в некоторых регионах нашей страны? Да, ввиду климата, ввиду тем, чем занимаются в этих регионах. Да, просто даже в суровых условиях нужно следить за собой. В качестве уточнения по этой теме, вы были в Челябинске? В Челябинске никогда. Вы никогда не общались с людьми, которые работают на местных производствах? Нет, я много ездил по стране, но именно в Челябинске я не был. Я был, так сказать, ну, в разных городах и весях, и специально даже вожу своих детей показать, как люди живут в Якутске, во Владивостоке, на Камчатке, в Архангельске и так далее. То есть я представляю себе... Я понял, да.